Сейчас я расскажу совсем другой подход этой задачи. А именно, я просто напишу явным образом, я напишу явным образом формулу, которая выражает многочлен через его значение. Для того, чтобы это сделать, господа, разрешите мне все-таки взять только конкретное число n, потому что иначе я просто запутаюсь. Нет, я могу написать, но вам будет трудно понимать индекс. Давайте, например, n равняется 3. Так вот, у нас тогда сколько точек? 4. В одной из этих точек значение будет f нулевое. Замечательно. В другой значение будет f первое. Чудесно. Еще значение f второе и f третье. А вот теперь смотрите, какая забавная вещь. Мне нужно придумать многочлен, который не зависит от f первого, f второго и f третьего, но который гарантировал бы мне, что значение в точке t нулевое именно такое, как мне хочется. Я это могу сделать. Для этого нужна простая вещь. Мне нужно, чтобы вот это вот, здесь была бы скобка x минус t нулевое. X минус t третье, да? Здесь x минус t третье, да. А вот теперь вопрос, почему я здесь предусмотрел место для двойной черты? Очевидно, ты нулевое. Если мы с вами не напишем никаких знаменателей и подставим вместо x число t нулевое, что произойдет? Здесь будет 0. Здесь будет 0. Здесь будет 0. То есть это все благополучно исчезло. Что здесь будет? t0 минус t1, t0 минус t2, t0 минус t3. Так вот, если я знаменатель предусмотрительно напишу произведение этих штук, да, то что будет? Если хотя бы одно будет 0, то... Не-не-не, не будет. Я предусмотрел. Тэшти разные числа. Формула Лагранжа работает только в случае, если они разные. Вот эти вот разности, это все не нули. Я специально об этом в самом начале говорил. Итак, вместо x подставляешь t0. Видите, что все сокращается? И здесь получается то самое значение f0. Так, а что надо сюда написать? Догадайтесь. Первый минус t0. t1 минус t0. Абсолютно верно. t1 минус t0, t1 минус t2, t1 минус t3. Ну, наверное, вам уже надоедает, понимаете, что здесь будет то же самое, да? Т второе минус Т нулевое, Т второе минус Т первое, Т второе минус Т третье, вот, и это здесь, да, Т третье минус Т нулевое, Т третье минус Т первое, и, наконец, Т третье минус Т второе. Отлично. А давайте я вам какой-нибудь дождистый покажу. Может быть, вам приятно будет. Смотрите. Я могу сделать так. Я могу взять какие-нибудь три точки. Ну, например, ну, давайте, чтобы быстрее писать, t0 это будет а, t1 это будет b, и t2 это будет c. Хорошо? По трем точкам. Многочлен какой степени будет? Второй. Второй. Замечательно. Но какой многочлен не выше второй степени бывает? Ну, x квадрат. Многочлен не выше второй степени. Не выше второй степени. Значит, я утверждаю, что x квадрат. Ребята, я сейчас легко пишу алгебраическое тождество. Это x квадрат умножить на x минус b x минус c делить на a минус b и a минус c. А почему там а квадрат? Что? Почему там а квадрат? А потому что я так захотел. Я в качестве многочлена f взял квадрат.
Не а квадрат, а х квадрат. Плюс, догадайтесь, что? B квадрат умножить на х минус а, х минус c делить на b минус а, b минус c. Так, и дальше что? C квадрат, c минус а, c минус b, х минус а, х минус b. Нет, ребят, я, разумеется, понимаю, что любой из вас может раскрыть скобки, проверить, что это так. Но заметьте, пожалуйста, я это тождество написал. Согласны? Это так. Это так. Но как вас еще позабавить? А можно было взять и здесь написать в первой степени. Что тогда изменилось бы в левой части? Х в первой. Х получился в первой степени. А вот это стихательство какое-то. Сумма многочленов второй степени, а оказывается первой. Или еще лучше. Давайте здесь А, Б, С уберем. Тогда в левой части что будет? Единица. Единица в левой части будет, да. Ну и так далее. В общем, на эту тему можно писать много разных тождеств. А между прочим, даже я на малом хвате как-то раз лекцию читал. Это, оказывается, очень интересная, глубокая тема. Впервые это сделал Леонард Эйлер. Понял, там есть формулы для конечных разностей. В общем, это действительно очень интересная и очень содержательная тема. Но меня-то это все волнует совсем с другой точки зрения. Мне это все интересно как пример того, что есть в одном и том же векторном пространстве разные базисы. Давайте дать пример с многочленами. Это содержательный пример вот чего. В одном и том же векторном пространстве могут быть разные базисы. Объясняю. Вот векторное пространство, состоящее из многочленов степени не выше третьей. Вот у нас здесь n равно 3, да? Степень не выше третьей. Один базис. Это вот что такое. Единица, x, x квадрат, x состоит из четырех элементов. Пространство четырехмерное. Замечательно. А теперь вам, господа, другой базис этого же пространства. Базис, который возникает, когда мы занимаемся интерполяционной формулой Ньютона. Состоит он вот из каких многочленов. Единица. Х минус t нулевое. Х минус t нулевое умножить на х минус t первое. И х минус t нулевое умножить на х минус t первое на х минус t второе. Это, значит, третьей степени, это второй, это первый, это нулевой. Это по Ньютону. И еще один базис, который у нас возник по Лагранжу. Из чего он состоит? Вот из этих многочленов. Это один, это второй, это третий, это четвертый. Кстати, заметьте, просто делить или не делить – это вопрос вкуса, потому что от того, что базисный вектор в сколько-то раз увеличили или он уменьшили, в общем, да, не сильно отличается. Нет, базис другой, формально говоря, базис – это базис, это набор векторов, через которые линейно выражаются все векторы нашего пространства, и при этом этот набор векторов линейно независим. То есть они друг через друга не выражаются. Тут произнесены слова «линейная независимость», они являются в высшей степени важными,
Поэтому я, давайте-ка это отдельно запишу. Если V векторное пространство, если V векторное пространство над полем F, то V1, V2 и так далее, Vn в базис, если и только если, для любого вектора существуют и единственные такие коэффициенты из поля, что наш вектор это есть А первое, В первое, плюс А второе, В второе, плюс и так далее, плюс АН, ВН. Да, ребяточки. В школе, когда вы учитесь, вам все время говорят, пишите над векторами стрелочку, пишите над векторами стрелочку. Ну что я могу? Я, конечно, могу ее писать, вот. А во-вторых, я могу по секрету сказать, что в какой-то момент все равно надоест, и поэтому все-таки в какой-то момент вы это все равно бросите делать, потому что невозможно все время писать эту стрелочку, станете надоест, да, потому что придется привыкнуть, что в какой-то момент вы... Итак, попытайтесь понять определение, из чего оно состоит. V1, V2 и так далее, Vn в базис, в том и только в том случае, если любой вектор из нашего пространства выражается, причем единственным образом, вот это существует, и это единственный набор чисел, таких, что наш вектор, это вот такая линейная комбинация. Здесь очень важно, что эти самые коэффициенты должны быть единственными. Вот представьте себе, что у вас выполнено какое-нибудь равенство такого типа. 29V1 минус 15V2 плюс 254V2 равняется 0. Как вы думаете, в таком случае единственность H будет верна? Пишите нет. Потому что, когда у вас есть вот такое равенство, вы сможете к А1 прибавить 29, от А2 отнять 15, а к А3 прибавить 254. И равенство останется. Значит, наличие вот такого типа равенства противоречит нашей задаче. Правильно? Ну, то есть нулевой вектор выразился с ненулевыми коэффициентами. Это запрещено. Так нельзя. Значит, давайте я запишу определение. Оно очень важное, поэтому определение. Вектор V1 и так далее, Vn, называются линейно независимыми. Если равенство А первое, В первое, плюс А второе, В второе и так далее, плюс АН, ВН равно нулю, возможно, в единственном случае, когда все эти коэффициенты это то есть если нулевой вектор выражен через эти вышки, то на самом деле просто все коэффициенты нули и все. Так вот, ребята, почему вот эти вот четыре вектора являются линейно независимыми? Понятно почему. Потому что если с какими-то коэффициентами их сложишь, то очевидно, что подставляя вместо x t0, вы эту скобку зануляете, 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 а эту нет. И значит, вот этот коэффициент должен равняться нулю. Ну, замечательно, он равен нулю. И значит, у нас вот эта вот сумма будет нулем, x минус t нулевое выносишь, после этого t1 подставляешь, ну и так далее, все получится. Ой, да можно еще проще. Зачем я так? Зачем я с младших членов веду? Я же мог со старших.
Я мог сказать, что значит, у нас есть такое выражение. Может ли вот здесь коэффициент быть не нулем? Не может, потому что иначе у нас коэффициент будет третьей степени. Потому что здесь третью степень не наберешь, правильно? Замечательно. Значит, коэффициент здесь должен равняться нулю. Значит, он уже равен нулю. То из-за того, что здесь вторая степень, а здесь меньше, здесь... Поняли, да? То есть можно так снизу, как бы, изнутри это достаточно долго. А можно сверху, наоборот, сверху явно попроще. И вот вычисление коэффициента вот этого, оно, конечно... Так, хорошо, ладно. Ребята, на самом деле, к линейному пространству надо привыкнуть. Поэтому сейчас, мне кажется, что и вот пример с многочленами был вполне содержательным. Сейчас это очень важно, когда вы изучаете математику, надо с самого начала учить не то, что проще, а то, что полезно. Потому что когда вы видите какие-то содержательные работающие примеры, то наука сразу становится гораздо более... Она для этих примеров и делалась, да, и разрабатывалась. Вот, если, что называется, как любят методисты, а давайте сначала поговорим о совсем-совсем простых вещах, то вот в этих простых вещах начинаешь увязать и так далее. Поэтому всегда полезно рассматривать именно важные, трудные задачи. Был такой замечательный математик Владимир Игоревич Арнольд. В конце жизни он большую часть времени жил в Париже, но вообще-то он на Мехмате работал много, действительно был замечательный академик, математик. Так вот, он по этому поводу всегда говорил следующее. Не надо, когда изучаешь математический курс, так сказать, обращать внимание на то, хорошие лекции, так сказать, плохие лекции, там у преподавателя там есть акцент, у преподавателя нет акцента. То есть такие вот внешние моменты. Когда прошел любой математический курс, надо посмотреть список задач экзамена. И если там есть содержательные задачи, что такое содержательная задача? Это задача не на определение из этого курса, а задача, которую мы не умели решать до этого курса, но научились решать, когда его прослушали. Да? Так вот, если есть такие содержательные задачи, вот именно они и определяют, собственно, это полезно или не полезно. Дело в том, что можно же всегда ввести там, миллион определений и надоказывать разные соотношения между ними. Да? Вот я вот вам расскажу, что такое группа, что такое нормальная подгруппа и так далее. И пока я все это рассказываю, у вас внутри должно крутиться. Ну и что? Ну и что? Ну рассказал, ну ввел определение, ну ввел еще определение, ну рассказал, ну рассказал, ну рассказал. Ну и что? А вот в тот момент, когда вдруг при помощи этих определений вы сумели решить какую-то задачу, которую до этого вообще не понимали, как можно сделать, вот это замечательно. Это называется получить какой-то результат. Да? Итак, сейчас давайте я возьму и расскажу вам еще один содержательный пример про базисы и про линейные пространства.